Что? Предплечье качаю. Ну, хватать. Ну, силу хвата. Хватать что? Так, всем привет! Это очередной выпуск из цикла «Техника упражнений». И сегодняшнее видео будет на тему, как увеличить силу хвата, маленькая хитрость. То есть, по сути, все, что я видел до этого по поводу нюансов развития силы хвата, достаточно обширно описывает разные способы, методики. Но есть одно маленькое наблюдение, о котором я хочу сегодня поговорить, и которое является одним из очень важных нюансов по увеличению силы хвата прямо здесь и сейчас. Но сначала окунемся, как всегда, в маленький экскурс по анатомии мышц предплечья в данном случае, и немножко разберем примеры из видеороликов других блогеров, которые показывали там, например, подтягивания. То есть на подтягиваниях, по сути, просто было проще всего это показать и, скажем так, воочию увидеть. Итак, поехали. Ну что ж, окунемся немножко в коротенький экскурс по анатомии. Я тут подсмотрел кое-кого приложение, которое можно использовать для этих вещей в такой в 3D-анимации. Достаточно удобная штука. Надеюсь, не подвергнут меня никакой обструкции за то, что я использую в записи с экрана именно эту приложуху. Ну, очень удобно. И сейчас пройдемся немножко по анатомии предплечья, в частности, по тому жмуту мышц, которые управляют не только пальцами, да, но и кистью. По сути, любой хват, когда мы развиваем, когда человек пытается там увеличить силу хвата, когда он вообще, в принципе, хватается за что-либо, да, он, как правило, это делает пальцами. И когда мы начинаем работать над увеличением силы хвата, то мы все равно в большинстве случаев используем упражнения для развития именно мышц, которые контролируют пальцы. Забывая при том, что захват могут отвечать не только мышцы, которые контролируют пальцы, но и мышцы, которые отвечают за кисть, то есть которые соединяют, да, управляют через предплечье, через кости предплечья, проходя через запястье, самой кистью, всей в сборе. Это, конечно, и мышцы, которые отвечают за пальцы, и отдельно мышцы, отвечающие за кисть. И вот о мышцах кисти мы, как правило, забываем. И даже если мы тренируем в каких-то упражнениях именно мышцы, управляющие кистью, все равно потом мы в хвате преимущественно это не используем, а очень-очень зря. Ну, я думаю, по этому коротенькому вступлению уже многие догадались, о чем будет идти речь в практической части далее. Но все равно сейчас пройдемся по анатомии и по тем мышцам, о которых я сейчас говорю, для того, чтобы потом было понятно, что я буду делать в практике, да, и показывать. Ну, давайте сейчас отцентрируем чуть изображение и, наверное, вообще точку зрения изменим. Давайте приведем к запястью и чуть уменьшим масштаб. Вот так вот. И вот посмотрим. Вот у нас кисть, вот наше запястье. Сухожилия какие-то тут идут, кисти, да, и тут кучка мышц. И вот теперь посмотрим, что это у нас такое. Это плечо-лучевая мышца, да, которая у нас работает с сгибателем, да, в принципе, сгибает предплечье. Дальше.
Это что у нас? Это круглый пронатор, который связывает обе косточки предплечья. И вот пошло лучевой сгибатель запястья. Вот мы видим, что его длинное сухожилие уходит куда? В сторону большого пальца. То есть оно пересекает лучезапястный сустав и уходит в сторону кисти. То есть этот лучевой сгибатель запястья реально участвует в сгибании кисти. Зачем нам нужно будет сгибание кисти, мы посмотрим уже в практической части. Следующая мышца, это мы исследуем поверхностный слой. Длинная ладонная мышца, вот она идет, и к пальцам, вот она контролирует у нас сгибание пальцев. И в принципе практически вся нагрузка у большинства во время хвата штанги гантели ложится именно на эту длинную ладонную мышцу и отдельно там на сгибатель большого пальца. Едем дальше. Поверхностный сгибатель пальцев точно так же отвечает за сгибание пальцев. И в частности может участвовать в сгибании кисти. Как и длинная ладонная мышца. Вот она. Вот поверхностный сгибатель пальцев. Вот длинная ладонная. По сути, их функция где-то пересекается. И пальцы, и управление кистью. Сейчас чуть повернем. Вот у нас тут еще есть заныкалась мышца одна. Давайте посмотрим, что это. Это локтевой сгибатель запястья. И вот где крепится. Едем дальше. Сейчас немножко уберем слой. Оп. Лучевой сгибатель запястья остался. Едем дальше. И теперь посмотрим более глубокий слой. Длинная ладонная мышца осталась, но под ней поверхностный сгибатель пальцев. Вот он уже открылся. Он не такой маленький, как казался раньше, да? А большой. Большой, потому что управляет четырьмя пальцами. Да? А что это у нас за маленькая мышца тут? Длинный сгибатель большого пальца кисти. Вот еще одна мышца, которая участвует в силе хвата. И тоже может участвовать в движении кисти в лучезапястном суставе. И тоже может управлять еще движением самой кисти. Локтевой сгибатель запястья уже видели. Едем дальше. Еще убираем слой. Что это у нас? Это тоже большой сгибатель большого пальца. А это что? Глубокий сгибатель пальца у нас еще есть, оказывается. То есть на самом деле мышцами управляют кистью и в частности пальцами, сгибанием четырех пальцев из пяти, управляют достаточно большие мышцы. Да? Но они все равно не справляются с нагрузкой, потому что рано или поздно все равно устанут, да, во время хвата. Ну, это локтевой сгибатель запястья. Да? И давайте еще уберем слой, посмотрим, не спряталось ли что-нибудь еще там. Ну, уже особо ничего не прячется. И то есть, что мы видим? Что мы основную нагрузку кладем на сгибатели пальцев. И работаем в основном в усилении хвата со сгибателями пальцев. Их тут как минимум два, плюс третий, который сгибает большой палец. Но этого бывает недостаточно. Например, мне недостаточно. Почему мне недостаточно? У меня пальцы короткие. И при тех же толщинах грифов человек с более большой кистью, чем у меня, будет в выигрышной позиции по силе хвата. Просто за счет физики, за счет того, что у него рычаги пальцев длиннее. Ему легче держать будет гриф того же диаметра, чем мне. Соответственно, при одинаковых силовых параметрах наших мышц предплечья, его хват ослабнет позже, чем мой. Просто потому, что плечо рычага моих пальцев короче. У меня ладошка меньше, и основное давление грифа будет именно на пальце. У человека с ладонью больше, давление грифа будет распределяться немножко по-другому, если мы говорим о положении рука вниз. Да? То есть, когда мы держим в позиции стоя гантели в руках или штангу в руках. И вот дальше, в практической части, я покажу, как задействовать мышцы во время хвата, которые отвечают конкретно за само движение кисти. Да? Не только за пальцы, но и за движение кисти. Это локтевой сгибатель, вот этот вот запястье может быть. Он тоже будет участвовать.
поверхностный сгибатель пальцев, да. То есть эти сгибатели пальцев, глубокий сгибатель пальцев, поверхностный сгибатель пальцев, они будут все время работать. Вопрос в том, участвуют ли они еще в движении кисти или нет. Это очень важно. Потому что есть параметры нахождения мышцы, да, под нагрузкой. И вопрос в том, одна ли она участвует в удержании этой нагрузки, или все-таки с помощью специфических движений мы ей еще помогаем больше приложить сил, плюс вовлекаем еще другие мышцы ей в помощь. В хвате как раз нам нужно максимально вовлечь мышцы в работу, изменив тем самым биомеханику самого хвата. Это будет маленькое движение, но оно, как оказалось для меня, является очень эффективным. Сейчас прошерстим тут еще мышцы и изменим чуть точку зрения. Идем в локоть, отцентрируем так. И вот у нас лучевой сгибатель запястья. Очень важная мышца будет в работе по усилению хвата и по изменению его техники. Да? Длинная ладонная мышца тоже. Поверхностный сгибатель пальцев работает всегда. Мы заставим его работать еще немножко по-другому. То есть пальцы можно согнуть больше, просто согнув кисть. Но об этом расскажу в практике. Ну и весь этот жмут маленьких мышц, и не очень маленьких, да, уходит куда? Вот сюда, к локтевому отростку. Следующий маленький обзор со скрином, да, я посвящу именно примерам того, как работает кисть, как работают пальцы и запястья в реальном времени вот у других людей. Я взял для примера тут 5 разных видео разных блогеров, озвучу каналы и название видео, для того, чтобы на меня никто не обижался, хотя я, в принципе, не занимаюсь у них копипастом, я просто анализирую кое-какие вещи, причем я думаю, что эти вещи им самим пойдут тоже на пользу, потому что я сейчас обращу внимание на тот нюанс, на который я еще не встречал, чтобы кто-то на него обращал внимание. То есть все рассказывают про силу хвата, про упражнения, которые развивают хват, но есть нюанс, который некоторые воркаутеры, например, по ним это очень хорошо, кстати, видно, его используют бессознательно, то есть они как бы не задумываются о роли, да, именно такого положения кистей. Ну, подсказка понятна, поехали посмотрим. Итак, первое видео — это школа воркаута, канал топ-4 упражнения для стального хвата. Зачем нужен сильный хват? Обращаем внимание на положение кистей и предплечья относительно друг друга, и в частности на запястье, да, на лучезапястный сустав. Смотрим. И вот он повис, да, и мы видим сгиб кисти. У него есть сгибание в лучезапястном суставе. Я не знаю, он специально это делает или подсознательно, может, вообще не задумываясь. Но при том, что все остальные суставы там выпрямлены, там плечевой сустав даже подрастянут слишком, да, локтевой прямой, запястье согнуто. Вот здесь очень хорошо видно, как он их специально, принудительно сгибает. Возможно, он даже об этом не задумывается. Едем дальше. Следующее видео называется «Тренировка силы хвата на турнике», канал «Неофит». Следим за руками и, в частности, за запястьями. Он висит на турнике. И мы четко видим разницу. Даже здесь видна разница. Если у предыдущего блогера, да, симметрично было сгибание в запястьях, то здесь сгибание в запястье явно выражено только в правой руке. И, соответственно, смотрите, куда пальцы заходят для хвата. Они почти полностью обхватывают, да, диаметр. Они закрывают собой диаметр перекладины. А теперь смотрим на левую руку. Здесь четко, даже без вот этого напульсника, которым там лоб вытирает или запястье себе стягивает, я не знаю, все равно видно, что сустав прямой, выпрямлен. И, соответственно, пальцы здесь не так круто обхватывают перекладину.
Это и по положению мизинца видно. Он здесь торчит, да, вот, допустим, уже вперед. Здесь все-таки больше опущен. Видите, да? Средний палец. Ноготь смотрит уже вниз и назад, а здесь смотрит вниз и вперед. То есть левая рука у него слабее. И показатель этого – это положение этого лучезапястного сустава нашего. Вот положение согнутого запястья в тягах, в подтягиваниях для хвата более выигрышно, потому что участвуют в сгибании и в хвате еще мышцы, о которых мы только что говорили, которые участвуют в сгибании самой кисти. Едем дальше. Канал Алексей Шредер, подтягивание в лесенку, турникмен против качка, реванш. Посмотрим, кто здесь как работает. И вот видно, что более слабая рука, если Алексей правша, да, в хвате у него оказывается более сильной. Либо он ее усиливает таким образом, тоже не осознавая того. Левая рука в запястье чуть-чуть согнута. Правая абсолютно прямая, это четко видно. Даже вот эти отклонения, она видно, как тыльная часть кисти, нижняя часть, тыльная, смотрит чуть назад относительно костяшек пальцев. Здесь четко видно подушечки ладони и подушечка большого пальца, выпирающие вперед. То есть правая рука в более невыигрышном положении стоит сейчас, чем левая, если мы говорим о силе хвата. Посмотрим сейчас, как кто-то другой будет подтягиваться. Оп. Здесь более-менее равномерный хват, чуть-чуть небольшой сгиб в запястьях у обеих рук. Вот его четко хорошо видно. Но это еще не полный сгиб, да, допустим, есть ребята, хватаются и покруче. С гирькой посмотрим, что происходит. Ну, здесь чуть-чуть левый согнут и чуть-чуть правый согнут. Тут более-менее симметричное положение. Едем дальше. Монстр вокаута. Максим Трухановец. Канал Me Motivation. Сейчас я выберу отрезочек. И вот мы видим, как левая рука более выигрышно для хвата у него находится, чем правая. Это четко видно по теням, да? Здесь подушечки подсвечиваются, и сгиб не так затенен, как на левой руке. Ну и плюс еще видно асимметрию, да? Ну это уже другое дело совершенно. Левая рука выпрямляется полностью, правая полностью не выпрямляется во время опускания вниз. То есть у него правая сторона зажата. Из-за этого либо правая более подконтрольна, может быть и так. Но мы обращаем внимание на запястье. И здесь левая рука для хвата в более выигрышном положении. Возможно, просто потому что человек правша, и слабость мышц, которые управляют пальцами левой руки, укрепляет таким образом, усиливает еще мышцами, которые сгибают кисть. Но почему этого точно так же не делать осознанно на правой руке? И вот как увеличить количество подтягиваний. Дикий лось канал. Посмотрим. Здесь, конечно, увидеть что-то сложно, но, скажем так, вот паренек справа. Чуть-чуть побольше кисти закинул на перекладину, на трубу, да, чуть больше согнул в запястьях, и тем самым, насколько выигрышнее смотрится его хват. То есть он обхватил трубу полностью. Но сгиб в запястьях есть у обоих. Сейчас вернемся в начало. И вот эти сгибы видно очень хорошо. Вот согнуто запястье, и вот согнуто запястье.
И он все время перехватывается для того, чтобы вернуть этот сгиб. Потому что когда изгиб в запястье и изгибание кисти прекращается, выпрямляется, да, ослабляется сама кисть, ослабляется запястье, и вся нагрузка ложится на пальцы. А на пальцах держаться, в принципе, намного тяжелее, чем на всех мышцах предплечья. Ну а дальше теперь точно переходим к практической части нашего видео. Исходя из той анатомии и тех примеров, которые мы только что посмотрели, на самом деле уже достаточно просто сделать вывод о той маленькой фишке, о той хитрости, о которой я хочу повести речь. В принципе, все упражнения, так или иначе развивающие хват и силу хвата, точнее многие из этих упражнений, задействуют именно силу хвата самих пальцев, да, то есть силу пальцев и усилия, развивают то усилие пальцев, которое прикладывается для захвата чего-нибудь, в нашем случае грифа штанги или гантели, или, например, перекладины турника. Часть упражнений все-таки предназначены для развития уже самих мышц, которые работают на сгибание запястья. И вот штука в чем. У меня маленькая кисть. У меня запястье 17 сантиметров в обхвате. Кисть у меня маленькая. Я покупаю самый маленький размер мужских перчаток на зиму. И по сути из-за этого у меня короткие пальцы, да, относительно, например, вот этого держака. И точно так же относительно грифа штанги или грифа гантелей. То есть, если мы возьмем стандартный гриф диаметром 28 мм, это тяжелоатлетический гриф, лифтерский гриф, по-моему, 30 мм в диаметре. Вот, там с лифтерским мне еще хуже будет, да, если мы говорим о тяге и о положении стоя с отягощением в руках. Так вот, если мы возьмем даже 28-мм гриф, возьмем меня и какого-то человека, у которого будет такой же силовой потенциал в предплечье и во всем теле, да, но у него кисть будет больше, чем моя. Соответственно, будут пальцы длиннее, шире ладони и все остальное. Пястные кости будут длиннее и все такое. Так вот, штука в чем? У этого человека, если мы будем держать один и тот же вес в руках, у него будет огромное преимущество в плане удержания этого веса передо мной. Почему? Просто простая физика. Он сможет дальше пальцами обернуть гриф. Мало того, у него ладонь длиннее все равно, чем моя будет. И гриф будет давить не туда, куда будет давить у меня. Например, вот мы держимся за гриф. Как правило, в тяге у нас, если мы не задействуем сгибатели запястья, изгибатели кисти, да, вес штанги или гантели выводит нашу кисть вот в это положение, там, где вот косточки кисти образуют угол положительный с костями предплечья. То есть в этот момент нагрузка ложится на первые костяшки, на вторые костяшки пальцев. Вот сюда. Соответственно, плечо рычага пальцев, которые удерживают вес, представляет собой половину пальца. У меня так происходило раньше. Когда мы выводим с помощью сгибателей кисти, да, запястья, которые находятся на предплечье, кисть в положении, когда косточки кисти и кости предплечья у нас находятся в одной плоскости, уже с нулевым углом, расклад меняется. Гриф опирается уже не на эти костяшки, а чуть ближе к кисти, то есть на фаланги пальцев, как на полке. И, соответственно, оставшиеся фаланги пальцев дальше заворачиваются за гриф, за рукоятку и создают более блокирующий момент. Сейчас покажу это на примере штанги. Ну или с той же палкой. Вот, когда мы выполняем
например, становую тягу, да, в классическом варианте, без разнохвата. Что происходит с моими руками? Вот я взял просто палку, и мои кисти уже расположились в том положении, в котором им привычно расположиться, то есть костяшками вперед. Костяшки находятся дальше от меня, чем предплечье, чем косточки предплечья. И это для меня проигрышный вариант, потому что опора палки, да, или грифа штанги будет прямо вот сюда, вот на костяшке, а то и на оставшиеся фаланги пальцев, на там вторую, третью. Расклад очень сильно поменяется, если я включу сгибатели запястья, кисти, да, оп. Все, у меня уже прямая линия, нулевой угол между косточками кисти и предплечья. И, соответственно, гриф уже опирается куда? Вот сюда, уже как на полку, на первой фаланге пальцев, которые идут от кисти. И, соответственно, мои пальцы становятся как бы длиннее, да, заворачиваясь дальше за гриф. По сути, вот это положение, если мы берем тяжелый вес, да, и нам нужно много удержать за короткий промежуток времени, вот это положение с завернутыми кистями к себе, да, согнутыми кистями к себе, дает определенную фору. То есть мы сначала, для того, чтобы у нас разжался хват, мы сначала должны утомить сгибатели кисти. И только после того, как кисть, сгибатели устанут, она выйдет вот в это положение, у нас начнут уставать сгибатели пальцев. Если мы кисти сюда не закручиваем, у нас автоматически все лежит только на сгибателях пальцев, а сгибатели кисти остаются, ну, скажем так, просто растянутыми. Да, они в статике, но они растянуты, полное усилие приложить не могут. И у нас ресурс по силе хвата и продолжительности хвата сильно очень уменьшается. Такая штуковина, как бы, я к ней пришел совершенно недавно. Я просто начал разбираться, почему я тут становой тягой опять увлекся немножко, да, и тягаю себе потихонечку. И по сути получается так, что я пытался понять, почему мне так тяжело держать штангу. Для меня, ну, вообще как бы не очень, да. Как только я представляю, что мне сейчас придется тянуть без лямок, мне как-то становится не по себе, мягко говоря. Ну, мне неприятное ощущение. Неприятное, ну, почему? Потому что я знаю, что я там, допустим, уже 100 килограмм буду испытывать определенные трудности. А почему? Просто потому, что моя кисть будет, весь вес у меня будет лежать просто на пальцах. Тут нельзя ориентироваться на силу пальцев тех же скалолазов, да? Но если мы внимательно посмотрим, у них тоже этот изгиб присутствует. Мало того, скалолазы на своих пальцах держат собственный вес. Ну, плюс экипировка какая-то, да? А нам в силовых видах спорта приходится поднимать и держать в хвате веса намного больше, чем вес собственного тела. Соответственно, и немножко другая техника, немножко другие ориентиры. Соответственно, если у вас маленькая кисть, как у меня, и есть проблемы с хватом, можно немножко счетерить, как называется. То есть, по сути, заворачивая кисть к себе слегка. Сильно не надо будет перенапряжение, как бы, и раньше выйдете из строя. И вот получается, что вот эта маленькая хитрость для меня, она как бы является таким прямо здесь и сейчас удлинителем моих пальцев. Соответственно, когда я закручиваю кисть с помощью сгибателя кисти, да, и запястья, я автоматически добавляю силового ресурса своим пальцам, сгибателям пальцев. То есть я вес держу не только на сгибателях пальцев, а мои сгибатели пальцев, скажем так, в этот момент просто страхуют вес, чтобы он не выкатился. А вес лежит на полке, вот на вот этих вот, вот, на вот этой вот полке, на вот этих вот первых фалангах, которые идут от ладони. Вот. Просто за счет заворота. Да, и получается, что для того, чтобы наработать именно вот эту вот механику, да, привычку подворачивать на себя кисть, если мы держим штангу или гантели, да, и подворачивать ее от себя, если мы висим на турнике, нужно использовать упражнения, которые занимаются именно сгибанием запястья и кисти. И штука в чем? Штука в том, что в этот момент, когда мы работаем там в упражнениях на сгибание кисти, пытаясь развить силу хвата, да, не надо сильно растягивать. Задача стоит больше сжать.
И во всех упражнениях, везде, где у нас есть хват, где нам нужен крепкий хват, да, такой прочный, мы вот в той же тяге, в любой тяге, в первое повторение контрольте, контролируйте, приучайте себя, подкручивайте кисть вовнутрь. В подтягиваниях то же самое. То есть вплоть до того, что упражнения, которые будут развивать это усилие, да, оно не обязательно его делать сидя. Я для себя понял одну штуку. Если мне нужна сила в положении стоя, да, допустим, с опущенными вниз руками, то и тренировать я должен эту привычку и эту силу в том же самом положении. Ну и сейчас покажу те упражнения, которые я, например, использую, но я их использую по ходу тренировки с тем же отягощением, с которым я работаю. То есть сейчас покажу, все очень просто. Если я работаю со штангой, да, то я использую в первых подходах, там, где мне нужно разминаться, вот это движение обеими руками. То есть я закручиваю на себя. У меня сейчас их позводит просто. То же самое можно сделать и с гантелями. Сейчас принесу вторую, покажу. Вот две гантельки. И можно работать вот так. Можно вынести их вперед и имитировать штангу, подкручивая так. Естественно, если речь идет о турнике, то там немножко по-другому будет, сейчас покажу. Здесь будет намного сложнее, потому что это не две гантели по 10 кг и не гриф 20 кг, а вес моего собственного тела. То есть вот, я повисаю, вот мои кисти уже загнуты вперед, да? Отпустил, раз. То есть по факту, когда я понял свою ошибку в хвате и почему у меня не получается, ай-яй-яй, почему у меня не получается нормально удерживать штангу адекватного веса, не запредельного для меня, я начал замечать вот это вот положение. У многих турникменов в первую очередь, они вот как только предоставляется возможность, они выводят вот в это положение свои кисти. Многие из них, я уверен, даже не понимают, что они делают в этот момент. На самом деле, они смещают упор с вот этих вот костяшек в полку вот этой первой фаланги. Вплоть до того, что перемещают вообще на подушечки. Тем самым удлиняя еще больше свои пальцы и удлиняя дальность захвата. А все это делается с помощью сгибателей кисти и запястья. То есть такая маленькая штука, которая маленький такой нюанс, который позволяет уже сейчас, да, увеличить силу хвата. Просто есть штука какая? Продолжительность хвата, да, когда мы тренируем, чтобы долго держать. А есть сила хвата на короткое время, то есть реальная сила, да, которая там как можно больше удержать в руке на несколько секунд. Например, на одно повторение в становой тяге. Это разные типы тренировок. То есть для того, чтобы тренироваться долго удерживать, в этом положении придется долго держать, да, в статическом таком напряжении. Для того, чтобы тренировать именно силу, чтобы побольше удерживать, уже придется работать в динамике. То есть эти вещи нужно понимать. Как, когда, то есть вы уже сами можете себе придумать упражнения для вот этих вот сгибаний. У меня посводило, не отпускает ничего. Вот. Упражнения вы уже сами можете себе придумать для вот этой штуки. То есть уже главное, важно понять сам принцип. Вот в принципе и весь секрет. Секрет весь в том, что не стоит тянуть, рассчитывать силу хвата только на силу пальцев. Это далеко не приведет. Особенно если маленькие руки, как у меня.
нужно использовать все мышцы, которые могут помочь в развитии сил охвата. А на предплечьях у нас не только мышцы, которые управляют пальцами, да? Но и сами сгибатели пальцев, они-то тоже могут вот это делать. Поэтому у всех мышц вместе с сгибателями запястья, кисти, да, и пальцев будет развиваться вот этот вот потенциал. Штука в том, что не надо сильно их растягивать. Потому что мы потом привычку, да, для биомеханики своей, для рефлекторной системы вот этой, мы привычку закладываем, да, когда она вот потом и точно так же выкручивается, растягивается. Но это не нужно. Нужно приучать мышцы работать в том диапазоне, который нам необходим потом в определенной спортивной деятельности. Кстати, понаблюдайте за гимнастами на турнике, на кольцах. Особенно на кольцах это очень хорошо видно. Вот так. Мало того, недоразвитые, да, как у меня когда-то были, они у меня вроде как большие, да, вот эти вот, ну, относительно, да, моего объема рук вообще, да, вот эти вот все сгибатели, да, но они все равно как бы слишком удлиненные. Соответственно, им неудобно держать кисть в слегка согнутом положении. И в любом хвате у меня всегда костяшки выворачивались вот так. Просто потому, что мышцы, которые должны сгибать кисть, не привыкли это делать, и они слишком длинные. А все из-за чего? Из-за того, что в определенных упражнениях на бицепс приходилось мне в какое-то время вот так вот заворачивать на себя кисти. Для бицепсов это было хорошо, да, когда обучался его контролю и учился контролировать свои мышцы. Но потом это со мной сыграло злую шутку. И получается, что при вот таком вот растянутом положении перерастягивается и само запястье. И, естественно, когда у нас тяжелый вес в руках, да, сгибатели запястья не контролируют запястье, то есть мы не можем его никак согнуть, у нас слишком большая нагрузка ложится на растягивание запястья. И это еще и растягивает сами сгибатели пальцев и снимает с них силовой потенциал. Для того, чтобы этого избегать, нужно работать для развития хвата в первую очередь на сгибатели запястья, кисти, да, и мало того, это потом еще в хватах нужно использовать. То есть вот это положение нужно контролировать до тех пор, пока вы не научитесь это делать подсознательно, не замечая даже как бы хлоп-хлоп. Это должно стать рефлексом. Как только это станет рефлексом, как только рефлекторно ваши сгибатели начнут работать, как только вы будете брать штангу в руки или гантели, все, можно считать, что вы в принципе своего добились. И дальше остается только повышать вес и тренировать опять же этот рефлекс уже с более высоким весом. Вот такие дела. Так что, если видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этими видео, ставьте лайки. Заходите в гости на Инстаграм, заходите в гости к нам на форум, заходите к нам в группу ВКонтакте, в сообщество в Фейсбуке. Ссылки на все эти вещи находятся внизу в описании под этим видео. Там же, внизу в описании под этим видео и в уголочке, в подсказках к этому видео, находятся ссылки на все наши тренировочные курсы, которые мы можем предложить для ваших эффективных тренировок. Часть курсов рассчитана на развитие нейромышечных связей, точнее даже не часть, а они все на это рассчитаны, они все на этом едут. Это базис, это основа того же бодибилдинга, а вообще любого развития мышц, в принципе, в любом виде спорта. Вот. Есть курс «Тройняшка для девушек». Есть курс отдельный, как накачать голень. Там тоже всякие фишки скрыты в этом курсе, о которых мало кто говорит или не говорит вообще. Но именно благодаря этим фишкам вы научитесь именно реально хоть понемногу наращивать объем своих икроножных мышц, если вам это, конечно, нужно. Ну а курсы по порядку, которые стоит пройти для того, чтобы полностью взять под контроль свое тело и реально начать качать свои мышцы, это переформатирование. И переформатирование 2.0, потом рывок, потом трансформация. Ну а домашняя качалка у нас стоит отдельным курсом. Это курс для тренировок дома в домашних условиях. Ну он точно так же подходит для отпуска и прочих моментов и ситуаций, в которых вы не в состоянии тренироваться в зале. Там минимум оборудования, пара эспандеров, стропа, цепь. То есть там еще есть тренировки по Александру Засову в изометрическом стиле. Также домашняя качалка такая более разносторонняя, скажем так. И она очень классно применима в условиях, когда у вас вокруг лес и нет ни одной гантели. Вот. Так что подписывайтесь на курс, тренируйтесь вместе с нами. На сегодня все. До новых встреч. Пока.